Во вторник в Самарской области будет пасмурная погода с прояснениями, местами осадки в виде снега и легкий морозец. Днем -4, -6 градусов, ночью 10-13 ниже 0. Ветер восточного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, вечером небольшой снег, днем -7 градусов, ночью -9. Ветер восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -5, ночью 11 градусов ниже 0, ветер восточный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурная погода без осадков, температура днем 6 градусов ниже 0, ночью до 13 мороза. Ветер восточного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.